Шейн Мозли прокомментировал итог боя Геннадия Головкин и Дэниел Джейкобс. Думаю, Дэнни Джейкобс проделал чертовски хорошую работу. Снимаю шляпу перед истинным чемпионом. Трипл G выиграл с маленьким преимуществом, либо это ничья. Необходим реванш. После поединка Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса промоутер Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя заявил, что не собирается снижать ранее сделанное предложение стороне казахстанца, хотя и чувствует, что шансы на встречу Канело и Трипл G уже не так высоки. Не то чтобы ценность Головкина понизилась, просто я чувствую, что с учетом сегодняшнего рынка сторона Трипл G должна быть более чем честной, чтобы сделать этот бой. Но я определенно считаю, что проценты того, что бой Головкина и Альвареса состоится, уменьшается. Все зависит от переговоров. Мы продолжаем переговоры, но теперь мы очевидно знаем, что стороной А здесь является Канело. Поэтому я собираюсь поручить своему президенту Эрику Гомесу продолжить переговоры. И надеюсь, мы сможем это устроить. Но я твердо чувствую, что Канело очевидно является стороной А. И в этом нет никаких сомнений. Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сандерс заявил, что готов согласиться на бой с Геннадием Головкиным только в случае, если договоренность о поединке будет достигнута в ближайшее время. Я хочу посмотреть, достаточно ли я хорош, чтобы побить Головкина на его же заднем дворе. Но если они захотят, чтобы я вышел на этот объединительный бой уже через 5-6 недель, то он не состоится. Многие хотят посмотреть этот поединок, чтобы увидеть, как меня нокаутируют. Что ж, посмотрим, насколько я хорош. Сейчас я тренируюсь. Если контракт не будет готов к концу этой недели, то я пойду в другом направлении. Бизнес есть бизнес. Если они хотят встретиться со мной в эту дату, то давайте разберемся с этим уже сейчас. Раньше я не соглашался на бой, потому что их предложение было глупым. Теперь все изменилось, предложение вполне разумное. Я не собираюсь ждать очередного месяца. В противном случае я пойду дальше, так как не могу себе позволить провести этот год так же, как и предыдущий. В конце того года я боксировал ужасно. В глубине души я чувствовал, что это был не я. Никаких разминочных боев до Головкина. Давайте устроим это. Американский рэпер и аналитик в области бокса Винни Пасс не согласен с тем, кто считает, что Дэниела Джейкобса незаслуженно лишили победы в бою с Геннадием Головкиным. Я не могу выразить, насколько, черт возьми, надо быть бестолковым, чтобы думать, что Джейкобс выиграл этот бой. Трипл G сейчас в том же положении, что и Тайсон в 1988. Он может чисто побить соперника, но если это сделано не брутальным нокаутом, то небеса рушатся.